нажимаю на эту кнопочку, анонсирую то, что сейчас выходит на сцену. Следующий наш участник — Максим Забоев с его проектом BRK, или проще Бирка. Зобов. Забоев, Зобов. Мы учимся у Камеди, как они выходят там, хлоп, так, мимо, там, так, по-разному. Мы стараемся. Очень-очень стараемся. Всем добрый вечер. Меня зовут Максим Зобов, как вы заметили уже, да, на большом экране. Я представляю, мои партнеры, находящиеся здесь, представляют проект BRK. По-русски это Бирка. Что мы предлагаем нашим филантропам, спонсорам будущим, инвесторам? Это создание в России, можно сказать, уникального устройства. Это принтер, который позволит слабовидящим и незрячим людям ощутить этот мир в полноте своей, в своих красок. Потому что он позволит что сделать? Донести ту информацию, которую они недополучают иногда. Вот. Само устройство представляет себя принтер, как я уже сказал, да? Оно позволяет нанести на ленту с клеящим слоем принт Брайля. Ой, принт, пардон. Шрифт Брайля. Вот, любую информацию, то будь цифры, буквы, ну, кириллическую всю, скажем так, нашу азбуку. Ну и, соответственно, арабские цифры. Вот. Дальше. Что нас ярко выделяет в этом сегменте? Этот сегмент, в принципе, в мире как бы есть, но в России он вообще не представлен. То есть люди полностью обделены. Вот. Что мы предлагаем, да, это довольно-таки доступную цену. То есть мы будем стараться всеми возможными способами просто ее снизить до минимума такого, чтобы ее можно было приобрести чуть ли не в каждый дом. Вот. В чем уникальность, я уже сказал, это кириллическая база. Также на этой же базе принтера будут созданы дополнительные опции, которые могут расширить без смены самого устройства. То есть у вас есть устройство, вы просто меняете одну детальку в нем, и он может просто выносить буквы, цифры, красивые картинки для детей, да, на эту же ленту. Она может быть контрастная, она может быть просто флуоресцентная, там черно-белая. Ну, на вкус и цвет фломастеры разные, как говорится. Вот. Что мы несем в этом проекте именно в России? Да, то, что мы хотим разместить полностью все производство на территории Российской Федерации, да, ну, или в странах СНГ. Да. Что, скажем, мы предпринимаем, да, сейчас у нас в проекте, да, с Всероссийским обществом слепых, да, намечается, скажем так, им предложение, да, то есть мы его готовим, сейчас мы не готовы полностью озвучить, да, поэтому мы готовим, как подготовим, мы, соответственно, к ним прямиком поедем. Вот, соответственно, и на их базе, которая у них есть производственная, да, мы разместим производство нашего устройства, если они на это согласятся. Вот, что позволит расширить, соответственно, горизонты этой организации. Вот, немножечко по презентации пробежимся, да, что мы хотим получить на выходе, да, нам нужна, как и всем стартап-проектам, да, нам нужно, это, соответственно, нам необходим пилотный образец, создание его, да, пилотная площадка, это может быть какая-то отдельная региональная, скажем так, часть нашей России, да, где мы сможем это опробовать, и, соответственно, нам, соответственно, финансирование для этого нужно очень-очень, как и всем стартаперам. Вот, при достойном финансировании, да, то есть мы готовы выйти на 10 тысяч устройств в год, что позволит, соответственно, по приблизительным подсчетам вывести сразу же на производство 360 тысяч метров этой ленты, которая может наноситься, то есть практически на любой предмет. Сейчас я расскажу чуть подальше, ну, дальше расскажу, в чем будет заключаться применение этой ленты. Вот, то есть это, давайте поподробнее чуть-чуть, да, это могут быть волонтеры, родственники или социальные работники, которые приходят домой к слабовидящему, то есть или незрячему, да, и помечают продукты, медикаменты, какие-то нужные вещи просто непосредственно Брайлем, да, то есть шрифтом, что позволит слабовидящему, ну, ориентироваться в том, что у него находится прямо под рукой, да, и для чего это ему нужно, то есть не прибегать к тем старым методом поиска. Вот. Также есть коммерческая основа.
Коммерческая основа может использоваться в розничных сетях, в аптеках и в торговых сетях в принципе, да. Ну, есть культура, мы не будем про нее забывать, где, соответственно, слабовидящий может проверить, да, что, ну, вот, что сейчас здесь вот находится, где есть музей, который тактильный, где позволяют просто пощупать, да, скажем, там, скульптуру, да, ну, у каждого свое. Вот, и, соответственно, он может понять, что перед ним находится, ну, в своем мире, конечно. Вот. Технология нанесения в данном устройстве используется самая оптимальная в данном случае, это эмбассирование. У всех практически есть карты, вот, вы все прекрасно можете проверить, насколько это ощутимо, да, то, что вы цифры можете пощупать. А люди слабовидящие, незрячие, они знают свой шрифт просто, ну, как мы свой язык в любом случае, да, то есть, вот. Также технология позволяет снизить себестоимость, то есть без прибегания к дорогим аналогам, да, то есть вот если взять импортный, то есть это от 75 тысяч минимально начинается, то есть принтер для нанесения. Это вот слайдик, который я готов прокомментировать, это количество товаров, которые производятся во всем мире, которые могут быть помечены, да. Спасибо, Иван, спасибо за помощь. Вот, эти цифры, они реальные, да, то есть, и этот рынок не охвачен в принципе для людей, которые продают эти товары. Так, сейчас, секундочку. Вот, это минимальная сумма, которая нам требуется для того, чтобы в год вывести, да, то есть, как бы в месяц. Вот, ну, год мы умножаем, соответственно, на 12. Если у кого остались какие вопросы, вы можете нам их задать. Вот. Моя презентация немножко получилась скомканная. Я очень сильно нервничаю, как и все, потому что это первый выход. Поэтому приношу свои извинения. Друзья, хоть да. И презентация, можно сказать, скомканная, но она не скомкана совершенно. Одна секундочка, Иван. Мои партнеры сейчас принесут маленький скромный подарок всем присутствующим. По возможности, кто желает, пожалуйста. Я уже говорил, у нас подарков будет много, а касательно презентации, я вам скажу более того. Эту презентацию, по идее, надо рассказывать часа полтора, ну, по да, уму. Я согласен. Вот, но на каком-нибудь съезде там офтальмологов, не знаю, или... Всероссийское общество слепых. Вот, да. То есть там эта презентация прям должна быть... Но в нашем случае она и красивая сама по себе, и... Спасибо. Рассказана в целом хорошо, потому что все видят, что делаешь как бы искренне, вот, и... Хоть и есть слова паразиты, но у кого их нет. Вот. Куда без них? Спасибо тебе огромное.